В Астане сегодня начался международный фестиваль творческой молодежи «Шабет». В этом году он проводится в 20-й раз. Более 500 конкурсантов будут состязаться в 6 номинациях. Это актерское мастерство, классическая и народная музыка, изобразительное и цирковое искусство, лучшее литературное произведение. Оценивать таланты участников будет экспертное жюри. В его состав входят представители 14 государств. Новшеством этого года является, что в этом году лучшее литературное произведение мы... То есть конкурс объявляется среди, скажем так, писателей, которые пишут для молодого поколения. Я думаю, что это очень такая актуальная тематика.